Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и уважаемая мадам, как тебя зовут? Гдеридзе. Гдеридзе, как обычно. Добро пожаловать во вторую серию «Кто последний? Мудозвон». Кто помнит предыдущую серию? В предыдущей серии мы закутывались в туалетную бумагу и выполняли... Толканку закутывались, и кто больше по времени выжил, тот и победил. В этой серии, Катюха, продемонстрируй. Будем обмазываться зубной пастой. И краски это... С кокосиком. Это по вашим советам, потому что мы читаем ваши комменты. И в предыдущей серии мы писали, мол, предлагайте в комментах какой-то ваш челлендж. И ты прямо сейчас можешь написать в комментах челлендж на следующую серию. Если он будет интересен, то мы также воспользуемся твоим советом. И, кстати, туда надо смотреть. Здоровесенькие булы, потому что мы снова записываем с двух камер. Многие сказали то, что вам так нравится, поэтому так оно и будет. Хорошо. Кто у нас будет первым? Ну, в прошлый раз был ты. А, то есть сейчас... Сейчас я. Или на камень, ножницы, бумага. Ну, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это значит что? То, что ты первая, получается. Получается, ты меня выиграл. Я выиграл, значит, ты первая, да. А, Катюха сейчас будет вся в зубной пасте, а мы приступаем. Пока Катюха убирает волосню на той камере, я объясню на эту камеру. У нас есть дом, и у нас в этом доме есть железный меч и также еда. Ну, в принципе, еда не пригодится, потому что у нас здесь есть три загона. Коровушки, свиньки и овечки. У нас будет по два подхода. У тебя есть ровно 3 минуты, чтобы добыть как можно больше мяса. Ты голодаешь, твоя семья голодает. Я тебе буду отвлекать зубной пастой. Здесь всякие ловушки. Осторожно, шипы. Осторожно, огонь. Осторожно, там также есть некоторые убийственные зверюшки, которые будут убивать тебя с одного удара, если ты на них нарвешься. Но каждый раз ты будешь спавниться вот здесь, в этой точке. Нажимаешь респаун, и с этой точки начинаешь, и также идешь дальше что-то делать. Ой, я уже упал. Спалил мечку. В общем, отвлекаю тебя я, отвлекаю тебя ловушки, и мы приступаем. Катеридзе, садись сюда и добывай еду. Я скажу, когда на старт, внимание, марш. Хорошо? 3 минуты. Мы засекаем с тобой 3 минуты. Как только время пойдет, ты знаешь, что делать. Сними, пожалуйста, очечки на всякий случай. Hello. It's me. Все? Раз, два, три. Время пошло. Так, тихо, аккуратно. Ай-яй-яй, у тебя 3 минуты, тихо, не забывай. Тихо, тихо, все в порядке. Что? Что, всё. Куда? Да как? Так это невозможно, нет. Да в смысле невозможно, Кать? Ну, фу. Почему? Подождите, фу, блин. Так, спокуха. Почему невозможно у меня такое? Спокуха. Ты должна забегать туда внутрь, там ворота есть, вот. Подожди, Кать, там ворота. Кать, там ворота. Кать, да забегай ты в ворота. Какие... Спасибо, спасибо, блин, спасибо. Ты на кого-то нарвалась. Не... Сколько у тебя мяса? А можешь меня не отвлекать, пожалуйста? У тебя вообще мяса нет, получается, да? Ай, подожди, подожди. Ты мне в глаз зачем? Да ты горишь, Катя! Ну ты капец, в глаз, конечно, мне зачем? О, в глаза-то зачем? Да я случайно. Капец, все щипит. Самое главное, она еще будет сидеть, как я понимаю. Кать, что ты делаешь? Отвали! Да ты забегай... Ай, господи. А, глаза щипят. Да, да я в глаза даже ничего не делал. У него глаза уже слезятся. Уже щипят. Кто меня убивает? Твою ж дивизию. Я вообще проиграю. Катя, вообще. Ты забегай внутрь. Да, меня отталкивает. Да, мама, помоги мне. Ты забегай внутрь. Внутрь. Меня отталкивает. Два мяса, а я тебя даже не отвлекаю, вот в чем проблема. На тебе вот такую шишечку на нос. Давай, у тебя очень мало времени осталось, очень мало времени. Очень много, поэтому... Ай! Лошара! Лошара! На паузу поставьте, пожалуйста! Не-н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 е! Сколько там времени осталось? Ай, как я обстушен, дорогой, задержи бородочку, хватит, держи. Хватит, что хватит, подожди, щипит, вот еще, мяско, еще сюда мяско. Сюда тебе и вот сюда, еще больше наносик, больше. Все, Катя, все, стоп! Все. Ровно 3 минуты, фокус, где фокус?
вставай, вставай. Фу, можно я пойду умоюсь, пожалуйста? Не. Да у меня сейчас все расчленится на лице. Нельзя. Какие у нас результаты, Катеридзе? Вот такие. Вот такие. И 20 мясца. То есть Катя добыла 20 мяска и 9 кожи. Ну, кожа не считается, ладно. 20 и 9. Сейчас моя очередь. В принципе, когда ты будешь готова, ты можешь уже сама начинать. Я готов на все 100%. В общем, ловушки пристроены. Мобы заспавлены. Я готов. Я вообще не боюсь. Подожди. Если ты не видел предыдущую серию, где Катя вся была в туалетной бумаге, я был без туалетной бумаги. Прямо сейчас над нами есть подсказочка. Нажимай, пожалуйста, и смотри, потому что там тоже было интересно. Я надеюсь, что я выживу после этой серии. У меня глаза не выпадут, как у Катеридзе. Давай, начинай, пожалуйста, как можно скорее. 3 минуты. Пошли. А, так. Ладно, я сам забыл. Я сам забыл. Подожди! А, что-то выпало. У меня уже две. Подождите. Катя, вот давай. Мы с тобой друзья. Я больше ничего не слышу. Не вижу. То время идет или не идет? Подожди. Опа. 7. У меня уже семь. Подожди. Вкусно. Очень вкусно. Ты главное. Да выпусти меня. Кто меня толкает? Иди на... я не могу здесь пробраться. Меня зажали в угол. Все, убил. 11, 13. Прекрасно. Ой, какой красивый. Как щипет! Катя, подожди! Сколько? Да, сколько меня? Сколько прошло? Минута 20 прошла. Опа! Ладно, ничего страшного. Я сейчас справлюсь. Все будет нормально, я, по крайней мере... Отстань. 13 мяса. Так, вот ты. Ты у меня уже не 3. Опа. Ай, мне тоже в глаз попало. Ладно, ничего страшного, ничего страшного. Отстаньте, вы гниды. Привет. Дождик, ну кап. Я сейчас дам кап. Отброд, погоди. С кокосиков. Сколько? С котосиков. Вкусное. Да отсюда, что же вы на меня-то бежите? Я даже ничего не сделал. Сколько? Катя уже походу. Осталось 40 секунд. 40 секунд осталось. Так, да слушайте, что они от меня хотят? Да отстаньте от меня! Сейчас, дай хотя бы я выйду из дома, пожалуйста! Раз, два, смотри, трое сволочи меня просто зажало. Масочку. Да какую? Все. Сколько времени? Осталось еще. Да. Кать, посмотри назад, там сзади что-то. Ты что мне? Да твою! Сколько меня? 10 секунд. Отстань! Там есть мясо где-то, валяется на земле. Иди сюда! Мне последнюю коровку нужно убить! Сколько времени? Я что-то поднял. Все. Стоп. 3 минуты. Как тебе ощущения? Как щипит! Не повторяйте это в домашних условиях. Кать, у меня тоже 15. У меня тоже 20. Как и у тебя было. Я опять... Я вот это не поднял, которое здесь валялось, вот это не поднял, я вот это не поднял. А, у меня 26, тогда я выиграл, да, получается? Нет. Ну да, на самом деле Катя тоже много не подняла. Когда Катя поднять. Уже встала, там на земле валялось очень много мяса, которое она не успела поднять, я не успел поднять. Боевая ничья, поздравляю тебя. Как щипит, да, давай быстрее заканчивай. Мы решили то, что второго раунда не будет, потому что это слишком жестокий челлендж. Вы, конечно, придумаете всякую дичь, а мы потом мучаемся, потому что слишком щипает. Это пипец, я больше не участвую в этих авантюрах. Она будет участвовать, если мы наберем 30 тысяч лайков прямо сейчас я на этой согласна. Серии. Она согласна, поэтому, пожалуйста, если хочешь, мы еще больше немножко вот так чуть-чуть совсем помучились. Мы уже хотим идти умыться. Ставь лайкусик, пожалуйста, что еще нужно делать? Подписываться на канал. Подписывайся, пожалуйста, на канал. И колокольчики нужно ставить. И мы обещаем, как только ты это сделаешь, сразу же выйдет новая серия. Все, до свидания, всем пошли. Всем пока. Пошли мыться.